Всем большой привет! Рада вас приветствовать на своем канале. Ну что ж, в этом видео мы снова поговорим про мои покупки уходовой косметики. Но это будут не такие простые покупки, это покупки, которые были совершены в мега крутую распродажу. Скидка составила практически 80%, и попала на эту распродажу я совершенно случайно. Распродажа была в связи с закрытием магазинов, а точнее сети магазинов Минилента. А вот сеть Минилент, к сожалению, закрылась, но вот по крайней мере у нас на районе так точно. И в связи с этим была крутая распродажа, все товары распродавали. Вся эта тема длилась, конечно же, определенный промежуток времени. Изначально скидка составляла 50%, но вот как раз-таки в тот период, когда я посетила этот магазин, скидка была 80%. Народу было не так много, видимо, еще не все узнали про эту акцию. И так как я очень часто ходила в этот магазин, я, собственно, пришла, как обычно, купить товары и увидела, что крутая есть скидка, 80% на все. Если вам интересно посмотреть, что же я купила, то оставайтесь со мной. Буду показывать уходовый продукт и говорить, во сколько он мне обошелся. У меня получился такой вот огроменный чек, и общая сумма покупок у меня составила 4331 рубль. Обалдеть! Здесь практически косметика, но, конечно же, была еще и еда. Мини-ленту я посетила два раза. Первый раз я взяла небольшое количество продуктов. И вот, к сожалению, некоторые продукты, не скажу вам, какая получилась цена. Вот, например, первое, что я приобрела, это я самая жидкость для снятия лака, витаминный комплекс с алоэ вера. Вот чека у меня не осталось, но купила я очень бюджетную эту жидкость, может быть, в районе 20 рублей по скидкам. У меня, по-моему, жидкости я самая еще не была, но несмотря на то, что я делаю гель-лак, периодически все-таки мне хочется переходить на обычные лаки. Вот, например, педикюр я делаю обычным лаком. И, конечно же, жидкость вот такая вот обычная очень-очень нужна. Здесь получается 100 мл, поэтому с удовольствием буду использовать. Надеюсь, жидкость будет хорошей. Следующий гель, на который я облизываюсь уже очень давно, видела во многих магазинах, но не покупала. И вот как раз-таки увидела в ленте, в последнем экземпляре, видимо, эта бутылочка ждала меня. Это вот такой вот огромный гель от Fito Cosmetic Superfood. Это у меня белый персик и экстракт инжира, мягкость кожи. Кстати, у всей косметики идеальные сроки годности. Вот, например, гель для душа до 1 июня 2025 года, то есть это не какая-то просроченная косметика, все сроки годности в норме, и получились очень классные цены. Ну вот, например, по чеку, вот гель для душа Fito Cosmetic обошелся мне в 70 рублей 50 копеек. Я уж все по чеку показывать не буду, просто буду называть цену. 70 рублей – это супер цена, потому что я видела такие гели в ленте, в гипермаркете, когда-то давно по распродаже за 158, но и то это была крутая цена, а тут всего лишь 70 рублей. И посмотрите, в составе этого геля есть всякие разные какие-то пузырьки, вот такие вот цветные шарики. Я так понимаю, что при контакте с водой они будут лопаться, и, скорее всего, в составе есть некоторая маслица, которая должна ухаживать за кожей. Очень понравился аромат из этого бутылька. Тут удобный дозатор, пахнет конфетками, фруктиками. Такой приятный, позитивный аромат. В общем, будем знакомиться с этим гелем. Пока что поставлю его в запас, но здесь огромный объем 520 мл. И, конечно же, мне его хватит на очень долго. Дальше на полочках стояла вот такая косметика «Чистая линия». И, по-моему, каждый тюбик мне обошелся в 35 рублей по скидке. Первая линейка – это «Идеальная кожа», лосьон против черных точек, глубокое действие. Здесь цинк, алоэ вера, ромашка. У меня уже был когда-то такой лосьон, у него довольно-таки приятный аромат. Мне пахнет свежестью, лемонграссом и лимоном. Приятный такой аромат. Тоник хороший, освежающий, кожу не сушит и очень-очень комфортный. И второе средство – это тоже лосьон-тоник витамин С с экстрактом шиповника, свежесть и энергия. Здесь уже такой классический аромат в стиле косметики «Чистая линия». Вот этот тоник очень любит моя мама, поэтому я просто подарю ей этот тоник. Конечно же, я сама когда-то этими тониками пользовалась, потому что это не новинка, но вот решила тоже взять, пока есть такая крутая цена. Далее вот такой вот шампунь Шаума, это 7 трав для нормальных и жирных волос. Тоже знакома уже с этим шампунем, когда-то его покупала. Купила со скидкой, обошелся мне в 75 рублей. Да, конечно, когда-то такая цена была нормальная для шампуня Шаума. Такой шампунь можно было купить в любой день, в любое время суток. Сейчас, конечно, очень цены взлетели на Шауму, поэтому
купить шампунь объемом 360 мл за 75 рублей, это было просто каким-то чудом. Здесь приятный тоже свежий аромат, чувствуется аромат травок-муравок, я такое тоже очень люблю. Я обожаю шампуни Шаума, периодически их покупаю, они хорошо очищают волосы, хорошо их промывают. Мне волосы не сушат, поэтому с удовольствием буду использовать этот шампунь. И еще мне удалось раздобыть от Шаума вот такую вот пару. Там было вообще тоже несколько всего лишь экземпляров. Это смузи шампунь и бальзам, питательный коктейль для поврежденных волос с экстрактом клубники. Здесь получается тоже шампунь 370 мл, большая баночка, и бальзам 300 мл. А вроде бы у меня тоже такая линейка точно была. Смузи шампунь. Да, здесь очень приятный аромат. Пахнет клубничным йогуртом или клубничной фрутеллой. Очень такой вкусный, натуральный аромат. Шикарный просто. И также вот такой бальзам. Бальзама у меня, по-моему, даже и не было. У меня был просто шампунь, вот поэтому буду использовать дуэтом. Какие получаются вкусняшки для волос. А следующее, что я нашла на полках, тоже в одном экземпляре, это Axe 48 часов свежесть нон-стоп. Обошелся дезодорант мне в 71 рубль, тоже считаю очень выгодно с учетом нынешних цен. И это аромат кокоса и черного перца. Не знаю, как будет пахнуть, приятно или неприятно, 150 мл. По-моему, я даже не тестировала вот эти вот антиперспиранты. Вот такой тут удобный распылитель. Не знаю, скорее всего, я оставлю себе, либо просто подарю своему молодому человеку. Посмотрим. Если ему понравится аромат, то, конечно же, я ему отдам. Очень выгодная цена была на вот такие вот зубные пасты и лесной бальзам. Каждая упаковка стоила 27 рублей. Вообще, это просто здорово. За 27 рублей зубную пасту сейчас просто не купить. Я выбрала вот три таких вида, по-моему, там было 5 видов, но я взяла вот только 3. Взяла бы больше, но вот чисто физически я бы, правда, все не дотащила. Первое – это против воспаления десен, хвойный комплекс, шалфей и алоэ вера. Вот такая получается здесь упаковка зубной пасты. Вот. Конечно же, потом возьму в уход, и уже более подробный отзыв будет у меня в пустых баночках. Дальше лесной бальзам, интенсивная чистка плюс укрепление десен, минералы морской соли, ромашка, масло облепихи и также витамины. Тоже такой симпатичный тюбик, компактный. Пасты лесной бальзам, в принципе, я люблю, покупаю их, конечно, не часто, но они мне подходят и нравятся. И третье, лесной бальзам, укрепление плюс защита от зубного камня, алоэ, белый чай и кальций. Очень интересно, какой будет вкус этих зубных паст. Вот такая вот упаковка. Кажется, освещение сейчас не очень, как-то темновато картинка, потому что снимаю в вечернее время. Вот, другой возможности, к сожалению, нет. И еще одну зубную пасту я взяла. Это паста Президент, зубная паста для ежедневного отбеливания, такого серебристого цвета. Мята, исландский мох и так далее. Она обошлась мне в 99 рублей. Тоже это выгодно, потому что такие пасты Президент, они обычно стоят 260 рублей, а может быть и больше. А тут получилась классная цена. Вот такая вот. Я не часто покупаю пасты Президент, потому что стоят они, конечно, не бюджетно. Но вот бывают какие-то акции в магазинах, и тогда, конечно же, я беру такую пасту. Еще в магазине мне удалось поймать лаки для волос по привлекательным ценам. Получается 3 вот таких вот лака. Первый лак – это Тафт зеленого цвета. Это лак для тонких волос, сверхсильная фиксация. Он обошелся в 117 рублей. Это тоже самая классная цена. Конечно, на лаки Тафт тоже бывают всякие разные скидки в магазинах, но 117 рублей сейчас – это вот самая-самая низкая цена на этот продукт. И я купила этот лак своей маме, потому что она любит лаки. И вот как раз-таки думаю, в скором времени я отправлю ей посылочку со всякими лачками. И еще 2 вот таких вот лака. Это уже Прелесть. Тоже мама пользуется этими лаками. Каждый лак обошелся в 75 рублей. Тоже очень выгодно. Первый лак – защита плюс фиксация. А второй лак – эффект памяти. Я лаками пользуюсь очень редко. Можно сказать, что вообще практически не пользуюсь. А вот мама каждый день делает укладку, поэтому лак у нее – это такой расходный материал. Далее очень выгодная цена получилась на мужской лосьон после бритья. Приятная свежесть и увлажнение, мята и кактусовая вода. За 169 рублей. Это тоже выгодно, потому что в магазинах сейчас такой продукт стоит 600 рублей и более. А тут такая классная цена. Было тоже несколько штук. И тоже эти лосьоны очень быстро расхватали. Сейчас вам покажу, как это выглядит. Такая вот бутылочка.
Мне кажется, такой отличный презент для любого мужчины. В любом случае, кому-нибудь подарю этот продукт, но цена действительно была очень выгодная. Далее я приобрела две вот такие вот бутылочки. Это бренд косметики Фрелия. И я посмотрела на изготовитель. Это бренд ленты. Здесь написано «Изготовлено по заказу лента». Это увлажняющий тоник для всех типов кожи. Ромашка, шалфей и депантенол. А это мицеллярная вода, увлажняющая для всех типов кожи. Гидролат мелиссы и депантенол. А вот такие вот получаются баночки, наверное, по 250 мл. А каждая баночка вышла в 77 рублей. Тоже очень выгодно, потому что так они, по-моему, стоят рублей 180 или 200. Классная цена, не пробовала, не тестировала ничего от этого бренда, буду тоже с удовольствием знакомиться. Люблю и тоник, и мицеллярную воду, поэтому просто так ничего лежать не будет. Дальше приобрела вот такое вот средство, это чистая линия, такая большая упаковка, мужское средство, гель 3 в 1 для душа, уход за кожей и волосами, мята и ледниковая вода. Эта бутылочка обошлась вообще где-то за 55 рублей. Очень получилось выгодно, 400 мл, большой объем, и мне безумно понравился здесь аромат. Там было вообще несколько видов вот этого геля, но я отдала предпочтение именно вот этому. Очень здесь вкусно пахнет, здесь пахнет как будто бы свежим проливным дождем, мятой, вербеной, лаймом. Шикарный просто аромат. Я бы и сама с удовольствием пользовалась этим гелем, поэтому не знаю. Либо отдам своему молодому человеку, либо буду использовать и релаксировать сама. Правда, очень необычный аромат, такой красивый и интересный. Далее идут вот такие кремы по 27 рублей каждый. Первый это Герантол, крем питательный для сухой кожи. Вот такое вот здесь описание. Давайте тоже его открою. В других магазинах он стоит в районе 100 рублей, либо 120. Вот такая вот тут жестяная упаковка. И второй крем это Вечер, крем для век и лица для сухой и чувствительной кожи. Тоже такой крем. Это, мне кажется, такие старинные кремы, которые выпускались еще давным-давно от фабрики Свобода и производятся до сих пор. У меня эти крема обожает мама. Покупает их постоянно, ей они подходят, раздражения у нее никакого нет. Поэтому тоже купила ей на подарок такие кремики. Пусть тоже с удовольствием ими пользуются. Дальше опять мужская тема. Тоже был единичный экземпляр, это Timothy Man, шампунь, женьшень и морская соль для всех типов волос. Тоже, по-моему, за 77 рублей я приобрела этот шампунь. Здесь тоже приятный такой стандартный мужской аромат. Да, здесь прям такой чистый, но при этом свежий мужской запах, тоже мне такой нравится. Но этот шампунь точно пойдет моему молодому человеку, тоже с удовольствием ему подарю. Дальше идет вот такая вот баночка, это Arca Man. Вот такой гель для бритья, то есть выдавливается как гель и превращается в пенку. Купила за 108 рублей это средство. Пока поставлю в запас, тоже пригодится. Этим средством я буду пользоваться сама, потому что я люблю такие штучки использовать в качестве бритья. Поэтому в любом случае пригодится. Тоже когда-то часто покупала вот такие гели от Arca, мне они подходят и полностью меня устраивают. Дальше не удержалась, взяла две позиции, потому что ну, цена была слишком выгодная. Это именно женские гели для бритья, тоже от Arca. Это тропическая свежесть, манго и мандарин. Каждое средство вышло в 122 рубля. Это очень выгодно, потому что так в магазинах они стоят за 350 и выше. А тут получилась такая вот здоровская цена. Тоже пока поставлю в запас, буду с удовольствием использовать. Когда цена не была высокой на эти средства, я тоже периодически покупала. Очень приятно тут пахнет тропическим миксом. И тоже получается мягкая, обильная пена. Мне эти средства не раздражают кожу и тоже идеально мне подходят. Для волос откопала на полочках Tresemme. Это кондиционер для вьющихся и пушистых волос, гиалурон и витамин Е. Стоил он, по-моему, тоже 77 рублей, что-то вот в таком диапазоне. Мне понравился здесь аромат, очень приятно пахнет. Такой очень-очень сладкий, даже такой приторный ванильно-цветочный аромат, но я такое люблю, поэтому взяла. Кондиционеры тоже лишними не бывают, тоже просто так лежать не будет, и, конечно же, рано или поздно я его возьму в свой уход. Следующий гель, их было очень много на полочках, это Man Code. Такая интересная упаковка, как будто бы это какой-то ликерный напиток. Гель для душа, для тела и волос, сандал и бергамот. Интересное такое сочетание, я сразу обратила внимание.
300 миллилитров, и стоило средство всего лишь 48 рублей. Это же просто за даром, можно сказать. То есть изготовлено 12 марта 2023 года, и тут написано, что срок годности 3 года с даты изготовления. То есть продукт тоже свеженький. Давайте же потестируем этот аромат. Очень крутой запах. По отдушке напоминает гели Dolce Men. Классный, такой необычный. Я вот здесь чувствую сандал, ваниль и чувствуется также свежесть. Шикарный запах. Я бы вот сама тоже им с удовольствием пользовалась. Такой сладковатый, сладковато-древесный мужской аромат. Вот, но думаю, подарю молодому человеку. Он, конечно, не очень любит сладкие запахи, но ничего, пусть тоже пользуется. Еще мужская линейка. Два вот таких вот геля Axe. Каждый стоил 101 рубль, тоже очень здорово. Первый – это темный шоколад, гель для душа, 12 часов, свежий аромат. Очень мне нравится такая вот упаковка симпатичная. Вот открывается. Сейчас затестируем аромат. Ну, конечно, прям темным шоколадом не пахнет, но, опять же, такой сладкий мужской запах. И тоже я здесь ощущаю древесные нотки. Интересный. Да, интересный. Я бы тоже пользовалась большим удовольствием, но подарю молодому человеку. И второй гель с не менее потрясающим ароматом. Это свежесть лайма и грейпфрута, бодрящий детокс. Такой вот красивый. Этот аромат точно понравится моему молодому человеку, потому что он любит именно свежие запахи. Как же это вкусно пахнет. Пахнет даже, знаете, как будто бы какой-то газировкой. Мне тут чувствуется лайм, мандарин, бергамот. Как будто пахнет какой-то зеленой газировкой. Безумно вкусно. Очень я рада, что мне удалось приобрести вот эти вот баночки. Далее идет вот такая вот симпатичная шайбочка от Nivea Men. Это крем для лица 75 миллилитров. Тоже, по-моему, обошелся крем в 70 с чем-то рублей. А вот такое вот здесь описание: увлажняет кожу и защищает ее от сухости. Пока я не открывала, он, скорее всего, запечатанный будет. Было очень много этих кремиков, и вот я взяла тоже на подарок молодому человеку. Думаю, пусть тоже пользуется кремом, если будет шелушиться лицо, либо нужно будет как-то кожу увлажнить. Я думаю, он как раз-таки им воспользуется. Так что тоже на подарок будет просто шикарный вариант. Очень выгодно обошелся мне вот такой набор от Estelle. Причем коробочка была последняя. Очень много было коробочек для блондинок, для черных волос, для рыжих. А вот такой вот коричневый цвет был один. Это номер 577 горячий шоколад. Стойкая крем-гель-краска, тройная яркость цвета. Такое вот тут описание. И вот такая вот коробочка. Здесь указан состав средств: туба с крем-гелем, флакон-аппликатор, саше с шампунем-бальзамом, шампунь даже хайлайтер для окрашенных милированных волос, маска-хайлайтер, перчатки и инструкция по применению. Тоже сроки годности в норме. Такое вот описание. Ну, здесь получается такая вот коробочка и внутри вот такое вот содержимое. Доставать, наверное, не буду. Тоже приобрела своей маме, так как она красит волосы и как раз-таки подходит вот такой вот оттенок горячий шоколад. 120 рублей – это просто аттракцион невиданной щедрости, когда еще можно купить краску, тем более от Estelle, за такую цену. Вообще просто шикарно. Было также очень много вот таких вот дезодорантов. Я также вот такой дезодорант покупала еще в гиперленте, там тоже очень много их. И вот увидела в мини-ленте по распродаже, очень здорово, и вот купила себе один. Пробую, я никогда его не тестировала, даже не знаю, как он будет по действию. Свежесть и нежность – уверенная защита. Такая вот яркая, красивая зеленая упаковка. Надеюсь, будет вкусно пахнуть фруктиками. Это антиперспирант. Ну и посмотрим, как он будет защищать. Стоил он 51 рубль. Тоже классная цена. Грех было не купить. И еще я взяла целых 3 вот таких вот антиперспиранта от Rexona, потому что была тоже супер крутая цена. Каждая баночка обошлась в 74 рубля. Две абсолютно одинаковые упаковки. Это Rexona 72 часа уверенности, яркий букет. Я, конечно, давно не покупала Rexona. Знаю, что здесь довольно-таки химозный запах, такое белое облако. Нужно затыкать нос, пользоваться и потом выбегать. Ну вот, захотелось мне приобрести. Надеюсь, не слишком будет химозно все-таки пахнуть. Это цветочный запах. Кстати, запах мне очень понравился. Я вот распылила на руку, не удержалась. Антибактериальная свежесть. Прям пахнет такой лаймовой свежестью. Очень, кстати, приятный запах, не химозный. 48 часов. Вот такая классная тоже упаковка. Так что антиперспирантов у меня теперь будет очень много. И хватит тоже на долгое время. Дальше идет вот такой вот дневной крем с гелевой текстурой от черного жемчуга. Купила за 99 рублей. Это гиалурон плюс ледниковая вода. Вот такая баночка. Я очень люблю вот такую вот гелевую текстуру, поэтому с удовольствием буду использовать.
использовать буду как раз-таки в утреннее время. Он еще, как видите, запечатанный, пока тоже поставлю в запас. Надеюсь, мне понравится. Самое главное, чтобы очень хорошо кожу он увлажнял. И также купила вот такую вот баночку с кремом от L'Oréal Revitalift. Было всего 3 упаковки. Крем обошелся мне в 267 рублей. Не знаю, выгодно это или нет. Мне кажется, все-таки выгодно. Восстанавливающий уход ночной. Усиленный проретинол и фиброэластил. Боже, еле выговорила. Такое вот тут описание. 40+. Тоже подарю маме. Крем был не запечатанный. Тоже сроки годности в порядке. Сейчас покажу. Вот такая тут крутая упаковка. Очень-очень увесистый крем. Прям вот как будто бы керамическая баночка. Такая красота. Вот, ночной. Так что такой вот был классный, шикарный подарочек. Дальше приобрела вот такой вот мужской станок. Он стоил около 700 рублей. Я тоже считаю, это супер выгодная цена. Вот из такой вот линейки. Здесь такая вот плавающая головка. И мне понравилось, что внутри еще была одна сменная кассета. То есть вот здесь уже есть кассета, и вот здесь вот сменная. Тоже хватит надолго. Тоже будет такой мини-подарочек для моего молодого человека. Дальше, девчонки, покажу вам вот такую вот гору тканевых масок, которую я приобрела. Тканевых масок было просто немерено. Там была целая огроменная корзина, просто можно было ковыряться вечность. Я стояла очень долго и вот выбрала вот такие маски, которые мне были интересны. И тоже была привлекательная цена. И давайте сейчас будем их разбирать. Первые две масочки это были маски от Skin Light. Черная пузырьковая маска, древесный уголь. Каждая маска стоила 44 рубля. По-моему, я такую не тестировала даже, но вот люблю такие вот пузырящиеся маски. Не часто, конечно, такими пользуюсь, но вот думаю, надо себя побаловать. Дальше решила приобрести вот такие вот маски от Garnier. Вот эти вот две маски одинаковые. Это увлажнение плюс аквабомба, граната и гиалуроновая кислота. А вот эта маска увлажнение плюс антистресс для кожи со следами усталости, эфирное масло лаванды. Вот такие красивые масочки. Каждая маска стоила 66 рублей. Тоже отличная цена. Тоже буду с удовольствием ими пользоваться. Буду тоже, как уже говорила в прошлом видео, приучать себя к тканевым маскам. Были вот такие вот маски от черного жемчуга. И одна девушка прям нахваливала эти маски. Она брала себе, не знаю, штук 20, наверное, этих масок. Один пакетик маски стоил 30 рублей. Это гиалурон увлажнение маска сыворотка и гиалурон филлер. Наполняет кожу активными компонентами. Гиалуроновая кислота плюс пептиды. Вот такие красивые масочки. Тут прям чувствуется хорошая такая пропитка. Ну что ж, будем тоже с удовольствием тестировать. Дальше набрала себе вот таких масок от Вилента. Это маски на каждый день и называются они определенным днем недели. Маска стоила 27 рублей. Ну вот то, что я откопала, то и нашла. Во-первых, маска «Активный четверг». Маска после занятий спортом с пионом и черникой. Дальше маска «Позитивный вторник» против плохого настроения с мякотью дыни и мятой. Тут есть также обещание, что должна делать эта маска. «Бодрый понедельник» после длительного рабочего дня с ивой и какао-бобами. Такая беленькая. Дальше «Романтическая суббота». Маска перед свиданием с красным апельсином и папайей. Дальше идет «Правильное воскресенье» с голубой агавой и лотосом. Такая голубенькая. И еще одна «Зажигательная пятница». Маска перед вечеринкой с кокосовой водой и личи. Такие прикольные описания. Я прям не могу. Очень яркие упаковки. Вот такой вот огромный объем масок. И еще две вот такие маски тоже по 27 рублей. Вилента. Маска рекомендована для селфи. Такая вот анимал маска. Там еще были разные другие мордашки. Ну вот я взяла вот такие с таежными ягодами и вербеной. Здесь даже указано, как эта маска будет выглядеть. Такой симпатичный тигренок. Тоже с удовольствием протестируем. И еще я взяла по 106 рублей. Это Skin Light Express Peeling для пяток. Такое вот здесь описание. Отшелушивающие, видимо, такие вот носочки. Увлажняют, смягчают. Глубокий пилинг, антибактериальный эффект. Да, интересно. Не знаю, может быть, я кому-нибудь подарю, может быть, оставлю себе, там посмотрим. Вот такая уже гора всего, и теперь покажу вам немножечко не косметического. Взяла вот такие вот поздравительные открытки. Вот эти вот две открытки стоили 22 рубля, это 42 рубля. Вот такая мне понравилась. Вау, денежки, такой кошак. Прикольная.
Такие открытки тоже нужны всегда. У многих бывает день рождения, и срочно нужна такая открытка, ее нет. А денежку куда-то надо положить. А в день рождения такая тоже красивая птичка. Тут такое пожелание. И вот такая открытка, она 3D, с такими милыми глазками. Такая лама симпатичная. А, купи что-то классное. Да. Прям такая прелесть, милота. Тут еще такой мешок. Здорово. Далее я взяла вот такой вот журнальчик. Это я взяла своей маме. Планета Судоку. Она обожает разгадывать Судоку. По-моему, 17 рублей, что ли, стоил этот журнальчик. Привлекательная тоже цена, поэтому вот решила взять. Тоже будет на подарок. Еще была распродажа в отделе с животными. Взяла всякие разные развлекухи для братьев наших меньших. Вот такие вот взяла мячики. Каждая упаковка стоила по 42 рубля. Это триоль, набор игрушек для кошек. Вот такие вот мячики. Они очень мягкие, такие прыгучие, как попрыгунчики. Вот Снежик наш очень любит вот именно такие мячики мягкие. Поэтому взяла на подарок Снежечку. А дальше вот такую упаковку взяла, конечно же, бусинки. Она тоже очень любит такие мячики. Я хочу тоже бусинки сделать, такой маленький новогодний презентик. Тоже собираю его. Мне кажется, это так мило. И вот такие вот мышки. Это тоже я взяла для Снежика. Не знаю, он будет сейчас играть с мышами или нет. Он уже такой старичок. Ну вот, от мячиков он точно не откажется. Тоже по 42 рубля. Ну и последнее, что я купила, это тоже для котов. Это вот такой вот кошачий лоток. Такого красивого бордового цвета. Лоток стоил 60 рублей. Не спрашивайте, зачем я его купила. Кошака нет, а лоток есть. Ну, в любом случае, пригодится. Просто вот как-то я увидела классную цену и взяла просто на автомате. Ну, думаю, рано или поздно кот появится когда-нибудь или кошка, поэтому пусть пока полежит, подождет. Ну, или в конце концов буду использовать для бусинки, потому что периодически она у меня остается. У нее, конечно, есть свой собственный лоточек. Не знаю, для кого это богатство будет. Но вот тоже такая привлекательная цена была. Разобрали мы с вами все мои покупки. Я очень была довольна этими покупками. Очень рада, что попала на такую классную распродажу. Оставляйте обязательно свои комментарии. Также не забывайте подписываться на мой канал и на канал на Яндекс.Дзен. Ну а мы с вами увидимся совсем скоро в следующих видео. Всех целую. Всем пока-пока.